Ну вот, внутренности порожка у нас покрыты эпоксидным грунтом, 4 к 1. Грунт у нас, я уже показывал, да, Реофлекс, эпоксидный, отвердитель для эпоксидного грунта. Все. Почему кисточкой? Здесь красота нафиг не нужна. Положили слой эпоксидного грунтика. Нафига мне сейчас растворитель тратить, пульверизаторы эти мыть, компрессоры запускать и так далее. Да, ленивый я. Взял кисточкой, покрасил. Пока все. Один и четыре. Вика акрил. Черная. Эпоксидный грунт закрыл акриловой двухкомпонентной эмали. То есть внутри порогов у нас получилась полноценная покраска для наружки. Сейчас красим лик, акрил, эпоксидный грунт внизу. Все, да, полностью. Так, ну вот, покрасили двухкомпонентом. Сейчас пойдем на ту сторону. Итак, все, что мы тут накрасили, наэпоксиднили, загрунтовали, закрываем двухкомпонентной акриловой краской. Сейчас пойду с той стороны еще раз дуну. Все. Ну, в общем, прокрасил обе стороны. Уже схватывается. Жара у нас почти под 40 градусов. Наверное, сохнет. Но это и хорошо. Вот. Ну, сейчас, ладно, выключим потом. Итак, что мы имеем? Итак, что мы имеем? Мы имеем проваренную, загрунтованную, высушенную, покрашенную, высушенную поверхность. А теперь по своему обыкновению буду использовать вот эту штуку. Вот эту штуку. Вот она, да?
Значит, внутри здесь никаких герметиков. Потому что все герметики, они хороши на чистой и сухой поверхности. Рано или поздно под него попадает все равно вода, влага. И мы все знаем, видим на современных машинах, что происходит через 2-3 года под слоем герметика, да? Нанесенного даже в заводских условиях. Поэтому в качестве герметика будем использовать вот эту вот липкую, жирную, вот эту субстанцию. Вот она. Мяу-мяу. Такая вот. Вот. И, соответственно, все сварочные швы, они уже покрашены, прогрунтованы. То есть везде в микропорках где-то что-то уже есть краска. И теперь я ее сверху, ну, просто покрываю слоем пластилина. Вот. Ну, все знаете, да, насколько прекрасным консервантом является пушечное сало. Что у нас там еще есть? Мавиль, генитрол, там, ну, всякие вот эти штуки, да? Они ведь почему хорошо консервируют? Они жирные. Ну, пушное сало или еще. Можно здесь просто взять кисточкой, пушным салом сейчас добавить. Вот. Ну, как-то. Ну, я привык вот пластилинчиком, да? Его намазал, вот он сейчас. Полость здесь скрытая. Вода здесь появится только в случае затопления данного автомобиля. Ну, если машину утопить, ну, наверное, там уже мало что будет ей помогать. Поэтому не будем рассматривать вариант подводной лодки, там свои герметики используются. А вот то, что можно здесь, я сейчас вот по всем швам, где достану, там, соответственно, промажу все это пластилином. То есть там, где не попала краска, или где она протекла, или еще что-то, остались открытые поры, мы это все сейчас закрою я пластилинчиком. Как раз вот эти вот критические зоны, да, где у нас сварочные швы. Вот с улицы вроде красиво, внутри там я не знаю что, но я могу прощупать снутри его, и, соответственно, я его снутри, сейчас этот сварочный шов, вот этот. Вот он, видно, да, его тут? Я его снутри, на ощупь. Да, работа может быть грязная, не совсем приятная. Но тут те же себя мысли, что если ты дошел до пластилина, видимо, ты уже подходишь к завершению. Вот. Ремонта машины. То есть в данном случае можно считать, что мы обрабатываем внутреннюю поверхность самым лучшим аналогом пушечного сала. И не методом слепого разбрызгивания через какие-то редкие отверстия, да, технологически, а вот непосредственно прям вот вмазывая руками в сварочные швы. То есть наиболее критичные места. После того, как мы приварим, и порог у нас пойдет сюда. Ну, поставим порог, мы его начнем приваривать вот здесь снизу. Много-много отверстий. Вот тут, да, конечно, мы найдем технологические отверстия в порожке или еще куда-нибудь. Набрызгаем туда какой-нибудь мавильки, ну, чего-нибудь консервирующего, да. В надежде на том, что он стечет по стенке, или по этой, или по этой. И заполнит потом вот этот шов. Вот. Но это будет всего один, единственный шов. Ну, потом вот еще один, правда, да, есть. Тоже, на который надо будет изнутри как-то попасть. Вот.
Ну, пускай это два будет шва, но зато много-много других у нас уже спрятано, да, гарантированно. Вот. Потом мы можем сделать еще вот такую штуку. Когда мы будем варить, место это нагреется. Сварочный шов будет идти вот там снизу. Поэтому мы что делаем? Я делаю вот в этом месте, просто-напросто наношу сейчас вот, просто вот такой вот слой пластилина. Нанести его несложно. Но во время сварки он будет плавиться. Мы будем варить здесь буквально в 1 сантиметре. Он будет плавиться и потечет жидкий как раз в зону сварки. Метод может быть старый, может быть сейчас есть какие-то более современные и так далее, да? Вот. Ну, я по этому методу делал уже много машин и повторяю, я их наблюдал в течение уже, ну, нескольких десятилетий, так скажем. Ну, результат себя оправдывал, скажем так. Вот так вот намазать пальчиком, это требует буквально 2-3 минуты, а порог сохраняется на долгие годы. Ну, я думаю, стоит потрудиться. Ну, то же самое сделали здесь, да, по краешку. Варить будем снизу. Пластилин будет разогреваться и затекать в зону сварки, скажем так. Вот. То есть получается относительно дешевый способ, да? Ну, дешевый как? Вот цена способа. Видно? Вот 60 рублей за полкило. Цена способа. А защита на несколько лет. Тем более объем закрытый, относительно закрытый, да? То есть быстрого засыхания или выветривания пластилина здесь не произойдет. Он будет тут десятки лет сохранять свою пластичность. Ну вот, внутреннюю часть порожка мы и обработали. Остается притулять порожек и варить. Ну, сейчас то же самое сделаю с той стороны. Камеру выключу, не буду ее таскать, а то у меня руки все вот в пластилине, да, неудобно. Ну вот, это пассажирская сторона. Намазал вторую сторону тоже пластилином, промазал с этим швом контрольный, который потом туда протечет. Ну и, в принципе, все. Что еще? Порожки наколол отверстие снизу. Сделал отверстие под сливную трубку. И можно теперь это все дело приваривать. И вот она у нас встала. Порожек. Все. Сейчас закручиваю обратно саморезы и провариваем.
Вот, варил, 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 и вот за целый день всего, что я наварил. Я умудрился приварить порожки на данный автомобиль. Ну вот, уже их подзачистил. Так это начерно, скажем. Вот, завтра попробуем вот это вот безобразие облагородить немножко бормашинкой с фрезой. Здесь тоже фрезой заберусь. Вот, что еще показать? Ну и все. Пороги приварены. Ливневка вот наша выглядывает. Вот так вот порожки приварены. Вот. Ну и с той стороны. Сейчас покажу. Покажу. Ну вот и с этой стороны. И с этой стороны приварены. Ну вот такой вот шовчик получился. Это отдельные точки, слившиеся в один большой сплошной шов. Вот. Ну, значит, нигде ничего не сыграло. Везде все длинненькое, ровненькое, четко получилось. Здесь снизу уже проварено тоже, как и там. Но здесь еще ничего не зачищал. Уже вечер, уже 6 часов. Уже соседи поприходили. На сегодня хватит. Фу. Вот этих вот два порожка я за весь день не приварил. То есть тут сколько? 4 метра погонного шва. Или 4 погонных метра, да, сплошного шва с прихватками. И целый день на них ушел. Да. Ну ничего. Значит, еще на один день к финишу ближе. Теперь зачищаем. И завтра что у нас? Зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска. Ну а когда покрасим, значит готово. Можно отдавать машину. Пока все.